Друзья, хочу вам показать вот такие вот керамические посудные элементы. Чашка, тарелка, вот такая вот неглубокая пиала. В общем-то, они представляют собой отдельные товары, но я специально их поставил вместе, чтобы вы понимали, какой замечательный комплект может из них получиться. То есть тарелка, чашка объемом 400 миллилитров, тарелка керамическая тоже. Диаметр ее 20,5 сантиметров. И вот такая вот пиалка объемом, вернее, диаметром 11,5 сантиметров. Вот такой вот комплект. В общем-то, очень, посмотрите, смотрится интересно, стильно. Вот, тактильные ощущения такие вот выпуклые, вот эти вот горошинки такие. Вот дизайн такой очень интересный, толстый. Толстая керамика, увесистая такая кружка, очень приятно держать ее в руках. Ну и объем не маленький, как раз как бы для завтрака. Спасибо.